Темплтоны готовились к прибавлению в семействе. Кто это? Тим? Это твой? Братик. Но у этого малыша свои планы. У младенцев наступил кризис. Нам достается любви меньше, чем раньше. Вот он, наш злейший враг. Щеночки. Нет! В этом-то и проблема. Что-нибудь узнали? А, Б, Г. Нет, что вы узнали о щенках. Ура, щеночки! Нет, Джимбо! Щеночки зло! Стейси, зачитай протокол. Я не умею. Что написано? Босс, родитель! О, смотрите, они играют в совещание. Кому десерт? Как это унизительно. Я был рожден для этой работы. Ну, разумеется, это важное задание. Задание? Ты говоришь? Пипи-кака! Все, пацан нарисовался. Кто ты такой? У меня задание. Мы обделены любовью, и я должен выяснить, почему. Принеси-ка мне двойной эспрессо и найди поблизости нормальный суши-бар. Я сейчас убить готов за ролл с острым тунцом. Мам, пап, он разговаривает! Это война! Смотри, дети наконец подружились. Здорово. Если я провалю задание, то останусь здесь навсегда с тобой. Ладно, я помогу. Лишь бы от тебя отделаться. Идет. Чух-чух, паровозик. Нет, чух-чух. Нет. Смотрят. Чух-чух. Ясно. Сам ты чух-чух. Как нам пройти мимо охраны? В жизни меня так никто не унижал. Мне не идет морской стиль. Надевай костюм. Что ты со мной сделал? Что за гвалт? Разве он не чудо? Я и тебе такое купила. Что? Облом. DreamWorks. Босс молокосос. Положил печеньку на место. Нет результатов, нет печенья.